Это ревью, и мы продолжаем. И вот настал тот самый момент, который мы ждем целую неделю, республиканскую премьеру клипа «Лошин». У нас в гостях Баяна Сентаева. Добрый вечер, Баяна. Почему вообще появился «Лошин»? Мне кажется, это абсолютно закономерно, когда ты делаешь лучший гёрлс-бэнд в стране, и тебе хочется создать такую здоровую конкуренцию. Себе же. Себе же, да. Скучно живется? Да, скучно живется, да. Я понимала, что девчонки понимают, что они лучшие девочки в Казахстане, и они несколько стали, ну скажем, лениться, не совершенствоваться. И тогда я приняла решение, что так нельзя, что нужна конкуренция, здоровая конкуренция. И вот тогда пришла мысль создать еще один girls band. Лошин всего 8 месяцев, и они так быстро шагают. Согласен. Они такие амбициозные, и мне хочется все больше и больше дать им развитие, дать им возможности. Ну слушай, ну ты хотела создать конкуренцию такому золотому составу кешью, но потом ты поменяла девочек, да, абсолютно новые кешью, и сейчас, на мой взгляд, хочу, не знаю, как у тебя, они малость уже начинают проигрывать Лошин. Все случилось совершенно спонтанно, совершенно случайно. Действительно, я приняла решение распустить старый состав, потому что у Айдана Меденовой на тот момент закончился контракт. И мне пришлось просто поменять всех девочек, и это получилось совершенно вот так вот неожиданно для всех. Но есть еще один момент, что девочки из Лошин пришли на 3 месяца раньше. То есть у них целых 90 дней было для того, чтобы немножко стать чуть-чуть лучше, чем совсем молодые, неопытные кешью. Но я думаю, что вся ситуация выровнится. Год-два, и все будет. Люди будут путать, а кого же выбрать? А люди уже путаются, тебе не кажется? Я вот слушаю музыкальный материал тех и тех, и думаю, ну, я прям называю, найдите 10 отличий, нет? Это абсолютно разные музыкальные направления, абсолютно разные. Мне кажется, рука автора не считывается. Конечно. Те же самые крики «Хей, хей!» Адиль, если ты будешь вести не ревью, а, скажем, какую-то другую программу, это же будет все равно твой почерк, да? Это как композитор, который пишет песни разные, а почерк один. Я ни в коем случае не обвиняю, я наоборот восхищаюсь твоим продюсерским талантом и думаю, какая молодец, языки еще не успевает, может же Лошин, чуть-чуть похоже, в принципе, и там можно отхватить, и там можно заработать. Нет, вообще, изначально я хотела создать альтернативу кешью, что-то очень похожее, но потом, после первого видео, я поняла, что этого делать не надо, поэтому второе видео Лошин было абсолютно восторженным. Точная лирика. Да, есть почерк. Возможно, вот, есть почерк, да. Потому что и ту, и другую группу делаю я, и Бахом, и мы не можем раздвоиться или расстроиться. Есть определенный почерк, есть определенный мой вкус, есть определенный вкус музыкальный у Бахом. Поэтому я ни в коем случае не хочу говорить, да, они разные, они другие. Это то же самое, что я родила двоих дочерей, и они все равно разные люди, но они похожи друг на друга. Не получается ли, что вот, ну только не обижайся, что сейчас вот на кешью, на Лошин вы реализовали те мечты, которые, может быть, у вас не состоялись по молодости. Сейчас в интернете гуляет то самое видео, где ты такая, там 20-летняя красавица Баголя и Миреша поете в модных костюмах. Нет, Адиль, абсолютно. Если бы я хотела быть певицей, даже при моих скромных вокальных данных, я бы, наверное, занималась только проектом Баяна Есентаева. Плохо, хорошо, но если бы я была уж так влюблена в свой голос и в свое творчество, я бы занималась собой любимой. Я очень-очень рано поняла, что я плохая певица, как раз вот после того концерта и поняла. Я сказала, нет, Баян, никакая ты не певица, петь тебе не стоит. И, ну, собственно, прекратила петь, и с тех пор я это делаю очень, крайне редко, может быть, в 10 лет один раз. Но и то так для себя. Я очень самокритичный человек, и я говорю, Баян, ты плохая певица, тебе не стоит петь. Почему режиссерскую работу в этот раз ты доверила Ербулату из группы Орда, а не 5-6-7, как мы привыкли, или последняя работа была Жанару вместе с Алексеем Голубевым? Я долго перебирала фамилии, у нас очень большая проблема на рынке именно с клипмейкерами. Да-да. У нас действительно 5 пальцев будет, ну, как бы много, да, для того, чтобы назвать ведущих клипмейкеров страны. И мы вот так вот коллегиально вспомнили о том, что Ербулат очень модный, очень креативный, и мне очень нравятся работы группы Орда. И все работы, все видеоклипы группы Орда как раз срежиссированы Ербулатом. И мне очень нравится творчество этой группы. Это крутые ребята. Я позвонила Ербулату, на что он мне сказал, ну, наконец-то я дождался вашего звонка. Мало того, сейчас мы уже ведем с ним переговоры для того, чтобы он снял видеоклип для Камшат Жолдыбаева, который мы также презентуем в очень скором времени в этой студии. Это отлично. Теперь, думаю, настал тот момент, когда мы сможем лицезреть видео. Представлять твое время. Дорогие телезрители, дорогие наши поклонники группы этой совсем молодой, я вас очень прошу, не
судить нас строго. Мы очень маленькие, очень молодые, но у нас очень большое будущее. Я это чувствую, я это знаю, и я хочу в это верить. Мы очень-очень старались сделать так, чтобы это осталось в ваших сердцах, в ваших душах, в вашей памяти. Пожалуйста, примите нашу новую работу, и впереди нас ждет много-много других новых работ. Я тебя поздравляю, вам приятного просмотра! Жазып